Этот джазовый стиль с быстрым темпом и сложными импровизациями родился в Америке в 40-х годах прошлого века. У истоков стоял великий саксофонист Чарли Паркер. Это бибоп. Вопросы от Алексея Круглова за 400. Впервые Адольф Сакс представил свое изобретение саксофон на промышленной выставке 1841 года в этой европейской столице. Давайте предположим, что Париж. Нет. Лондон. Нет. Ну, рискну и я. Вена. Три промаха. Не попали. В Брюсселе. Вообще-то он был бельгиец. Ну, конечно. Все же просто. Дина. Вопрос от Алексея Круглова за 200. Этот легендарный российский музыкант участвовал в записи альбома группы «Кино» «Начальник Камчатки» и исполнил соло на саксофоне в песне «Троллейбус». Ну, рискну, может быть, Козлов? Нет. Это Игорь Бутман. Пальто за 600. Девушки в стеганых пуховиках расстраиваются, что похоже на гусениц. А пальто этого типа, судя по названию, носят настоящие куколки. Может быть, куколки?